туманы древних духов, огня и белый снег сделался алым. Когда ты вырастешь, может быть, дождешься меня, если я вернусь, может, буду не совсем старым. Ты писала мне письма в синих конвертах, вкладывая вовнутрь листья шалфея от ежедневного созерцания смерти. Наши лица, как буханки, черствели. Тебе было 17, а мне 42. Твой папаша оказался несговорчив, как кайзер на душе. Осень, ты меня вспомнишь, едва я перевернул в окопе свой незаряженный шмайсер. Фройляйн, фройляйн, с кем теперь, где ты? Солнцем согретый нежный альпийский цветок, но вместо твоих обероженных сырые галеты, вместо духов и запах кирзовый. Не люблю тебя, Ганс.